Привет, надеюсь, сегодня утро четверга, потому что вечером в четверг выйдет новая серия «Пацанок», а мы с вами еще не посмотрели старую. Икерка, ёю, кантори мамы дэмо кутте матте на. Ссылка заблокирована, что? На этот файл поступила жалоба, доступ к нему заблокирован, потому что Паша разместил ссылку. Я тут читаю книжку про женскую колонию для девочек-подростков. Прямо что-то подобное. Вот оно, они уже на каблуках. Супер перевоспитание. Поставлю на каблуки, они сделают свое дело. Это же такой урон опорно-двигательному аппарату. 14 августа 2034 года в палате больницы в полном одиночестве скончалась Вероника Жукова. Ой, начались запугалки. Так, не давай. Откуда употребляешь, и тебе легче. Ты начинаешь забывать, а не передоза ловила. Ну, возможно, только во сне как-то безболезненно умереть. 11 января 2024 года тело Беллы Кузнецовой было найдено под окном ее дома. Ну, как-то так морально это не очень. Что-то здесь с моральной точки зрения не то девчонкам с таким прошлым давать такие задания. То есть они и так сейчас не находятся в психологическом, а то и психическом равновесии. Если люди в маргинализованной тусовке, ну, это как минимум расстройство личности, ну, вот у этой девчонки, короче, которая укокошила кого-то и раскаивалась, у нее явно депрессия. Там все и мысли о слове на букву «С». Кстати, тема на букву «С» как симптом депрессии может проявляться совершенно в разных видах. То есть человек может даже неосознанно себе насыпать больше снотворного. Или у моего знакомого, например, в депрессии была мысль, он просто идет по улице, смотрит машины, на машины и думает: «Вот хорошо бы меня сейчас не было». То есть это не обязательно какая-то бритва и запястье. Carol Baskin killed her husband, whacked him. Can't convince me that it didn't happen. Fed him to tigers, they snacking. What's happening? Carol Baskin. Короче, люди с психологическими расстройствами, куда им вот эта вот тонатотерапия? Тут действительно можно тогда после проекта прям такси до Кащенко вызывать. У ее бабушки уже выявились проблемы со здоровьем из-за постоянных конфликтов. Просто когда какая-то тяжелая терапия, ее нужно проводить, когда человек к этому готов и более-менее стабилен. Пока он не стабилен, он в стрессе, еще это передача, еще недавно их всех тут избили. И тут же им тонатотерапия. Что? Белла не смогла побороть чувство вины и выпрыгнула из окна собственной квартиры. Не будет она здесь! Я все изберу! Это не мое! Ты понимаешь? Ну, пипец. Встреча с новым психологом. Сейчас такой Карпачев. Где вы, Елена Олеговна? Я психотерапевт. У меня какое-то к ней недоверие на животных инстинктах. На вид она очень приятная. Приятная? Что-то у нее есть такое, такая брезгливость, заискивающая улыбка. Меня зовут Лебедева Елена Олеговна. У нее еще измененная форма бровей. Может быть, и не только бровей. Так что сложно понять, какая у человека реально мимика и какое реальное выражение лица. Я психотерапевт. Как вообще должен выглядеть психолог? Психолог должен выглядеть либо как-то нейтрально, потому что ты же ему, получается, рассказываешь свою подноготную. Или он должен как-то вызывать доверие. Так что это должно быть либо что-то нейтральное, либо притягивающее. Ну вот кляксы, роговая оправа, губки. У меня бы к ней притяжение не вызвало. Ну типа мне зашла. Но ей понравилось. Окей. Бабушка. Психотерапия. Бабуля, мне кажется, тоже не может быть психотерапевтом. Должен быть человек тебя постарше, но не настолько старше, чтобы это было другое поколение, непонятное уже. Девчонкам около 20, мне кажется, уже после 35 все. Нет. Ну, или это должна быть очень моложавая девушка, такая адски крутая, но не бабуся. Это лечение. Если мы хотим по-настоящему что-то изменить в своей жизни, если мы хотим по-настоящему проработать внутреннее... Когда я слышу «проработать», мне даже кажется, что это не психолог. Хотя, конечно, это не психолог, блин, это же проект. Быть честными. Вы согласны? Да.
Да. Только пришли и уже какие-то проработки, отработки. Что опять за колония? По-хорошему, психолог создает комфортную обстановку, чтобы сначала человек расслабился, понял, что ему здесь надежно, его здесь любят, его здесь принимают с любым косяком, какой он есть, его тут готовы слушать и какие-то уже жесткие техники включать, когда оба готовы туда идти. Вы готовы рассказать девочкам то, что произошло с вами? Нет, зачем рассказывать? Она первый раз видит эту тетку, она первый раз, ну, второй, видит этих девочек. И она должна рассказывать какую-то историю травматичную. Ну, это ретравматизация, это пипец какой-то. У таких психологов лицензию отбирать. Ах, я забыла, у них же нет лицензии. Это же не психологи, это проект, тут все актеры. О, как же меня все бесит. Ну, где мой мат? У меня есть судимость, уголовное дело. Кто не говори, не говори. Я вообще... То есть ты обвиняешь себя? Я себя ненавижу за это. Я всегда хотела, чтобы умерла я, а не он. Каждый бы считал себя виноватым, на самом деле. Я не считаю, что Вера убийца. Она себя защищала. Ты была у психолога, Вера? Я была не у одного психолога. Если бы она была нормальной у психолога, я думаю, ее бы научили, как рассказывать об этой ситуации и кому рассказывать и как. Я не знаю, какая-то должна быть особенная работа с такими людьми и их социализация после статьи и этого происшествия. Собственно, эта травма для нее, у травмы, если брать психологию, есть тенденция проигрываться вновь и вновь. Травма стремится проиграть себя заново. Видимо, для нее этот проект — это еще раз проиграть свою травму еще в более таком жестком виде. И она просто не понимает последствий, и она находится в депрессивном состоянии. Тут рассказывала, как она пила таблеточки. То есть, когда она придет в себя, когда отправится от травмы, все эти видеосюжеты будут ей очень не кстати. Мы обязательно переубедим Веру в том, что никто, Вера, не убийца. Иди сюда, То есть вот так вот 2 минуты ей рассказали, она, ой, нет, все, ты хорошенькая. Не знаю, как работают психологи с осужденными, но предполагаю, что это не групповая терапия и не такое. А, у тебя статья 105-я, какая она там? Ну ничего, нет, этого ничего не было. Ну как? Скажи мне, пожалуйста, вот та история, которая произошла с тобой, которая, очевидно, тебя надломила. Я не хочу говорить сейчас, я только успокоилась. Ну, правильно. Если бы я начала еще раз рассказывать, я боюсь, что я опять бы ныла, это такие нервы, это все вспоминать. Я, конечно, понимаю, что когда человек рассказывает, становится легче, но не в данной ситуации. Рассказывать в телепередаче с кучей народа и какой-то психологиней непонятной. Которая, по-моему, не психологиня. Отличная вообще психотерапия, никак не отпустят. Ты кого-то укокошила. Окей, все отлично, ничего не было. Мы сейчас одни обнимемся, и все будет хорошо, заживем по новой. Охренеть. Я хочу, чтобы ты вышла из нашего проекта человеком, который сможет это рассказать достаточно легко. А зачем? Знакомишься с молодым человеком? Привет, Лёша, а у меня было столько-то абортов. Зачем? Она ведёт себя как какая-то. Ну, человек может свою историю. Вот это вот, Франк, сечёт. Она где-то раньше тоже комментировала нормально. Мне кажется, она не открывается. Я вижу какую-то запертую дверь. Зачем ей открываться? Она что, шкатулка? Настя, вот девочки, надо сказать, не очень тебя принимают. Это очевидно. Человек, мне кажется, очень какой-то с гнильцой. Неизвестно, что у него на уме. Мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказала свою историю. Я не считаю, что нынешняя минута подходящая для этой ситуации. Молодцы. Пожалуйста, расскажи. Я не хочу, чтобы ты... Что я сказала? Я не хочу рассказывать. Чего вы накинулись? Девочки должны понять, что человек пьет не просто так. Все не просто так в жизни. Не обязательно копаться в чужом прошлом. Каждому так лезть в жизнь, это свихнешься столько. Переживать. Если я сейчас расскажу эту жизненную ситуацию, то логично предположить, что меня перестанут бить? Да. Похоже, Шакалова была не худшим из зол. Че, отец особо никогда... Блин, что-то они ее переломили. А жаль. Чтобы ее перестали бить,
нужно, чтобы она находилась в нормальном месте, а не в колонии под прикрытием благородной школы. Аня страдала трезвым образом жизни, не осталась наедине с матерью, и она уподобилась его позиции. История может быть максимально душещипательной, не очень душещипательной. У всех разная психика. Один на какой-то небольшой стимул отреагирует, так что мама не горюй. Другой на серьезные стимулы будет терпеть. То есть это вообще не показательно, какая именно ситуация. В одной семье просто развод случился, и все, это трагедия, и никто больше не восстановился. А в другой этот развод, ну и все, пошли дальше кутить. Когда мне было 17 лет, а у нас не слышался очередной приятный разговор. От этих историй же тоже они скажут, ну вот, а мы тут вообще детдомовские, что-то о себе возомнило, у тебя хотя бы были родители. Просто зачем дискутировать с психопатами? И чего-то им доказывать. Вот я вам сейчас расскажу историю, чтобы вы меня не били. Блин, ну что за фигня? И, видимо, вот эти все теплые пары, никотиновый дым, дал свое. Это тот человек, который меня безвозмездно всегда любил. Тяжелые очень чувства. И просто эта девочка, я так понимаю, наиболее нормальная, что ли. Она может изъясняться. У нее лексика больше 10 слов. Она как-то рефлексирует. И вот в этом обезьяннике ей действительно не место. Ее будут чморить просто потому, что она другая. То есть для тех девиц, мне кажется, такая история, это просто ни о чем. Вон там. О, уголовники. Статья 105. Изнасилование. А тут, ну вот, мама любила, папа не любил. Для вот этой вот женской колонии это же... ни о чем. А девка нормальная. Видеть это всегда. Да, омерзительно. Ну, не похожа она на алкашку, пардон. Ну, рассказала она историю, но мне кажется, она даже толком этим не прониклась, она просто сказала и все. То есть, мне кажется, она давно от этого отошла, и что она здесь делает, я не знаю. Убили сестру. Изнасиловали, убили, снегу закопали, потом брат умер. Пошла в туалет на улицу и смотрю, висит. То есть истории разные по степени вовлеченности, что ли. Убийство не по неосторожности. Это одно. Другое дело, когда вокруг происходит трэш, а человек так ходит и свидетельствует. Оп, оп. Этого закопали, тот висит. Третья история, когда человек пошел спиваться, и человек склонный к зависимостям, видимо. Она говорила мне, никогда не сдавайся. Что бы ни случилось, никогда не сдавайся. Такого вот человека должно быть светлое будущее, на самом деле. Такие истории находятся в разных местах социального одобрения. То есть вот эта девочка, она не вовлечена ни во что из этого, но вокруг случилась куча трэша. К ней будет больше сострадания, чем к статье по неосторожности. Типа, вот этой девочке мы, да, дадим шанс, мы ее будем в рекламе снимать и дальше продвигать. К зависимому тоже уже будет больше предвзятости. А, вот у нее была зависимость, значит, вот уже... А вот это вот сильно, она столько увидела, она пережила. Хотя, видимо, у нее просто сильнее психика. Она не спилась, взяла себя в руки, и ее это мотивировало как-то вырасти. Такое неравноправие в жестких историях и их социальном одобрении, стигматизации одних и восхвалении других. Она крутая вообще. И теперь те, которые спивались и скалывались, такие: «О, мы говно. Посмотрите на нее, вот хорошая девочка, вот она-то сильная». Она такая: «Да, сучки». Но как при этом чувствуют себя остальные-то? Вы не подумали, господа редакторы? У них и так все... наклонности. Здравствуйте, Елена Олеговна. Вы самое слабое звено. Медицинская диагностика. Медицинский центр. Осмотр на ЗППП. Надеюсь, я не беременна. Никаких изжоги, отрыжки, боли, тяжести. Ничего. Не, могу, конечно, иногда дышать. Сейчас попробую, подождите сейчас. Если вам так надо... Конечно, кадры, где они переодеваются в лифчиках. Добрый день, девушки. О, наша отлетевшая. Моя бабушка 85 лет так ходила. Это такая леди гусениц. И еще комментарии унижающие. Унижай и властвуй. Нет, не могу на это смотреть.
Братан, каблук 100% не твое. Мне кажется, я намного лучше пройду. Козлы. Фу, ненавижу эту продюсерскую группу. Кто это придумал? Как можно так издеваться над людьми? Вы что? Это люди. Это же люди. Они живые. У них есть душа, чувства. А вот эти прекрасные молодые люди научились так дефилировать на каблуках в силу своей профессии. Это мужчины, танцоры в стиле вок. Вок — это, кстати, не обязательно каблуки. Во-первых, если ты хочешь, ты надеваешь каблуки. Если не хочешь, то нет. Это самовыражение. И есть определенная эстетика. Но не одними каблуками она создается. Ну, они не знают, конечно, историю вок-движения. Во-первых, это определенная культура, которая существует в определенном социуме, в определенной локации. То есть это латиноамериканская и африкано-американская диаспора, да, ЛГБТ в Америке, которая создает вот эти вот вок-дома и таким образом через танец самовыражается. Это манифест прав ЛГБТ-сообщества. И если у этой школы позиция, что они перевоспитывают маргинальных девочек и прививают им манеры леди, то вок — это не очень-то про леди. Они не думают, что вообще-то по поправкам Конституции все такие лавочки могут подзавернуть. 5, 6, 7, 8. Пацаны, кто в лес, кто по дрова. Какие-то они ламеры. Ну, не так умею не ходить, а тут еще танцевать надо. На самом деле, хождение на каблуках и танцы на каблуках – это разные вещи, разное распределение веса. Бывает, что удобно танцевать на каблуках, но ходить – нет. Все, мне надоело, давайте переключаем. Что какой-то парень лапает девушку? Там удивляются, а чего они такие у нас агрессивные? А зачем ваши парни их лапают? Йога, ну, духовная как бы жизнь. И еще, например, аскез, да. О, вот наши пошли. Судя по речи, это не йог. Правильно, она от него съебалась. 15 минут прошло. Ася, я уже нормальная. Я вообще нормальная. Ну вот, 15 минут, и человек в говно. Делай выводы, какой там алкоголь. Сударыни, я замерзла. Я держался неделю, у меня тут агрессия. Сударь и сударыни. Я оторвусь, я расслаблюсь. Мне так развезло. Я смотрю на плитку, она мне просто уезжает, эта плитка. Да, потанцуй. Не трогай! Буду трогать. Ну вот что за фигня? Все, ему сказали. Отвали. Я просто смотрела это как на клоунаду. Я Костя, говорю, Костя, не вздумай заступаться. У тебя черное лето, говорю, не вздумай даже. Белла, скажи ему, что мне приставать! Я не умею драться. Молодцы, Лауля придет, всем раздаст. У меня черная лента, я бить никого не буду. Он просто ко мне пристает. Животное. Иди, иди, я сейчас. Я хотела. И они им еще специально подсовывают подонков, которые пристают. Ну, конечно, можно сказать, нет, это все постановка. Мы просто попросили мальчиков, чтобы они вот так подыграли. Но в здравом уме парень не будет харасить девушку. Это не игра, это харассмент, друзья. Жесть. Ненавижу этих продюсеров. Все, ты меня трогаешь! И опять он полез в голову. Ну, что это за... Просто... Блевотина какой-то, а не мужик. Куда птина полетела? Она полетела. За Асю заступаться на это бред был. Ты как себя ведешь с девушкой? Тебя снимать учил нормально с девушками! Тихо! Девочки без розочек! Выходит преподаватель. Прям вообще уже опять тошнотный рефлекс у меня подступает от этих гадов. И мерзотные просто, мерзотные, блевотные.
На протяжении всей недели мы с девушками анализировали причины, которые привели пацанок на самое дно. Вы самое слабое звено, вы дно, вы отстой. Ну что это такое? Если они дно, то вся вот эта вот съемочная площадка во главе с самым слабым звеном – это стук снизу. На вечеринке у них был выбор. Новые пацанки не смогли сдержаться от соблазна и снова пустились во все тяжкие. Вот им самим совесть как ничего не говорит. Преподавателями решили незамедлительно остановить хаос в школе леди. Еще их сейчас накажут. К ним привели этих мерзотных ублюдков. И сейчас они виноваты, что они, видите ли, были с ними невежливые. У них еще нет телефона, они в полицию не могут, например, позвонить. Они вообще знают, где они находятся, например, если какая-то экстренная ситуация. Все устали слушать ваши оправдания. Ваше поведение на вечеринке, алкоголь, общение с гостями. Не трогай! Будет пути! Все это было гораздо красноречивее, чем ваша речь сейчас. Это называется victim blaming. Просто стыдобище редакторская команда. Они же знают, что им подмешали допинг в алкоголь. Ладно, вот это в берете еще такая, я не такая. А вот эти-то две точно знают, куда они пришли. Просто вверх лицемерие. И все равно продолжать играть эту роль. Нельзя им сказать, что ну да, простите, мы вам привели подонков, мы не думали, что они так себя поведут. А вот в следующий раз вы можете сделать вот так-то, чтобы эти подонки к вам не лезли. Но шеймить их, вы что? Вы с ума сошли? Вы знали, что сулит черная лента. Почему сейчас мы должны оставить вас в школе леди? У вас черная лента, вам надо было смотреть на харассмент, да, вот он бы ее туда в кусты увел, еще изнасиловал, а у вас черная лента, поэтому вам не надо вмешиваться. Похрен на общечеловеческие ценности, на жизнь, свободу воли и действий. По вашему мнению, вы достойны нахождения в школе леди? И вот этим голоском, что я думала, что она такая ля-ля-ля, а она просто мразь, Мария. Как я решила, нужно. Франк вообще молодец. Хвалю. Ваше мнение, вы достойны нахождения в школе леди? Мразь. Может, их, конечно, привели под конец, когда они не видели, что их харасят эти мерзотные отбросы, которые они им подсунули. Но нет, там все было видно. Кого я оправдываю вообще? Эти мерзотные отбросы, это просто блевотина. Мария блевотина. Если тебя ну, зачем лезть в драку? Давайте просто смотреть на изнасилование. Отлично. Мое сегодняшнее поведение было безобразным. Я это осознаю. Вот когда у чувихи статья такой, нет, все хорошо. А когда реально харасят девчонку, я вела себя неправильно. Это типа жертва сама виновата. Вы что? Козлы все. Я вижу цели свои, и я иду к ним. Не могу просто это слушать. Ну, такая она. Фу, тошнит меня. Что, Асю выгнали? Это трэш. То есть они ее там харасили, и ее же выгнали за то, что она противилась харассменту. Вы в своем уме? Блядь. Мерзотная программа, мерзотные ее авторы, кто строит такие сюжеты, кто туда приводит этих отбросов, вся ваша команда – это отбросы мерзотные. Все ваши актеры – это блевотина. И Мария – это ваша блевотина, солнышко. И если вы чепчик нацепили, вы никакие не леди. И вот это слабое звено – просто не могу. Гадость какая-то просто. Пойду проблююсь сейчас. И обнимать еще после этого. Просто что у человека в голове? Там есть хоть какое-то представление о гуманитарных ценностях, о гуманности? Самые психопаты, самые конченые элементы, это вот эти вот. Но она просто не понимает, что происходит. Да блин. Вот эта вот девчонка, блогер. И заставили ее рассказать про аборты. И еще выгнали. Да, блядь, это просто пиздец полный. Собрание преподавателей. То, что устроили ученицы. Ученицы, а не ваши говнюки, которых вы туда приволокли. Я не знаю, откуда их вы вынули.
из говномешалки, где таких просто откапывают отморозков, конченых. Нет оправдания, даже при наличии сценария так себя вести. Ученицы перешли все границы. Они были, Мария, перешли эти границы, занимаясь виктим-блеймингом вообще-то. Нам нужно применить более строгие меры. Более, давайте их еще побольше поблеймим, пошеймим. Пусть их теперь еще уголовники полапают, пусть их бомжи полапают. Давайте им еще их похарасим. Класс! Класс. Неважно, давайте про смерть им скажем, что им грозит, как они тут станут у нас инвалидами. Отличные, отличные воспитательные методы. Прекрасно. Согласна с вами. И у меня есть идея. Добрый вечер. Нам нужна ваша помощь. Необходимы самые строгие меры. Ждем вас. Гадина. Просто, блядь, какая-то это самое слабое звено. Чушь. Настолько все с***ло, что ей вызвали психолога. Ты не понимаете! Ася, на этом кресте клином не сошелся! Да даже не психолог, ей психиатр нужен. У нее клиник, у нее беда с башкой. Да, конечно, нам психиатр нужен после таких. То про смерть, то давай нам расскажи про аборт, то давай им тебя мужик еще полапаем. У нее беда с башкой. Она еще, небось, чем-то накачанная. Пипец. Ника пьяная вообще без страха потеряла. Потом это все увидела, и такая, ты чё? Да слышу, всех. Ты зачем мне все прощать? Я... Мы это думали, что украинская съемочная группа поехавшая. Русская, похоже, еще хуже. Это Санкт-Петербург. Что? Девочки, пожалуйста. В комнате отворился. Девочки, ты же у нас бы с собой начали драться. Давай, иди сюда. Аккуратно. То есть сначала вот эта Ася там расчувствовалась. Да. Как? Вы ничего не понимаете! Вы ничего не понимаете! А. Ну, видимо, она все-таки понимает, что это харассмент и преподы защищают этих мерзотных ублюдков. Косячили просто. А я сейчас виновата. Она права, по-моему. Потому что ее просто харасили эти чуваки, а девчонки пытались ее защитить. И ее выгоняют. Короче, это нужно под наблюдение какому-то хорошему психологу теперь. Ну, блин. О чем я говорила в начале, что нельзя такое делать с людьми с нестабильной, по крайней мере, на данный момент психикой. Просто что там выкинет, они туда пришли уже на фоне депрессии или какого-нибудь расстройства личности. Да вы не понимаете. Ну, это просто нервный срыв уже. И нужна квалифицированная помощь, а не давайте им еще жестче сделали. У нее нервный срыв, надо им жестче сделать. Пипец просто, пипец. Ну, шеймить ее за то, что у нее нервный срыв, тоже, конечно, такое. Ну, ладно, эти девки-то зеленые. Группа, которая там работает, ага, у нее нервный срыв, пойдем с ней, охеренный сюжет. Класс. Все, похоже, наконец-то мы это смотрели. Ох. Они, конечно, немножко пытались оживить это все приемом у врача, но в целом просто... Давайте о чем-нибудь отвлеченном сейчас. Как есть в социологии такие направления философской мысли Гоббса и Руссо, да? Один за альтруизм, а другой что? Нет, людям только дать друг друга подставить и вылезти за счет другого, и у людей вот этот макиавеллевский приспособленческий... интеллект, а Руссо что нет? Гуманизм, человеколюбие, сострадание. Если проследить за любым социумом, обычно есть какая-то иерархия, у всех какие-то цели, и люди, ну, не совсем бескорыстные. Как правило, ну, это уже за гранью. Я не то, как девочки себя ведут, я о том, как с ними себя ведут, как вся эта съемочная группа продюсерская и актерская считает нормальным харасить, булить, заниматься виктим-блеймингом,
одно сплошное психологическое насилие. Даже если социум может быть устроен жестко, все равно люди пытаются выходить на какие-то конструктивные схемы. Ох, ладно, все. Мои эмоциональные силы сегодня исчерпаны. Пойду на реабилитацию. Пока.